как я к ним отношусь, но я на них не хожу. Но я считаю, что если люди должны высказывать, если они хотят высказывать свое мнение, то пускай высказывают. У нас по Конституции есть. То есть нам можно ходить, нам можно высказывать. И, ну, это свобода слова. Мы в Беларуси, мы в свободной стране, постсоветское пространство. Я считаю, что это можно. И нельзя людей за это бить, не сажать, не выдавать им штрафы. Это очень низко со стороны правительства. Очень плохо. Почему? Вот создавали люди, вот, а благоустраивали все, а сейчас все рушат. Ну где логика? Ну, ну так вот что там говорить? Вот, вот и все, понятно тут. Вот молодежь до этого не доходит никак, что это создавалось все руками, строилось, создавалось, чтобы жили мирно, вот. А тут на тебе, вот. Что им надо? Работать им надо. А я считаю, это просто, которые лентяи, работать не хотят. Вот. Кто хочет работать, тому и денег хватает, и всего хватает. У меня такое мнение. У меня два сына, они работают, обеспечены, и квартиры построили. Все, потому что стараются. Убивать их надо, всех, кто ходит на эти протесты. Все, больше ничего не скажу. А почему? Ну, а что я могу больше сказать? Да. Никак. Эти белокрасные уже надоели. Это я точно скажу. Ну, просто надо, ну, если вы хотите выражать. Там уже, мне кажется, идет на то, что явно видно, какие-то полупьяные ходят, тормозят движение, но... Вот в новостях все не видела, даже скорую не пропустили. Но это как-то уже за рамки вообще выходит все. Ну, вы знаете, рабочие люди, которые работают, и некогда туда ходить. Ну, пенсионеры, не знаю, может быть, они ходят. Ну, это их мнение, пускай они выражают. Но если вы не мешаете при этом же и другим, пожалуйста. Ну, это мое мнение. Выражайте мнение, но просто не мешайте другим. Нам без разницы вообще. Ну, то, что есть протесты или нету их. Нейтральная позиция. Вас все устраивает вообще в стране? В стране? Без комментариев.